Сергей, Джон и Сирия. Глава российского МИДа и американский госсекретарь обсудили, как вместе разрубить ближневосточный узел. Но, как сообщают некоторые наши коллеги, к единому знаменателю так и не пришли. Итак, как же совместно искоренить сирийский терроризм? Над этим вопросом ломали голову дипломаты, но пока безрезультатно. Впрочем, как подчеркнули в Госдепе, ключевое слово тут именно «пока». По поручению двух президентов, Путина и Обамы, главы внешнеполитических ведомств вновь встретятся уже на этой неделе.